Дорогие друзья, сегодня подписали постановление о продлении режима повышенной готовности до середины июня. Кто-то мог это воспринять как наш отказ от желания и готовности перейти на первый этап снятия ограничений. Это не так. Мы по-прежнему ведем работу по подготовке к снятию ограничений первого этапа. Напомню, в первый этап у нас должны открыться магазины небольшой площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом и некоторые другие опции. Мы в понедельник вместе с Роспотребнадзором будем анализировать ситуацию. По текущим показателям мы точно проходим и подходим под начало этого этапа. Если в понедельник все показатели будут так же стабильны, как и сегодня, мы примем решение вместе с Федеральным Роспотребнадзором о снятии этих ограничений. Но это ни в коей мере никак не связано с режимом повышенной готовности, который будет продолжаться до 15 июня.